Meep, 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 meep.
Есть, ребят, есть. Привет, дорогие. Традиционно, как вчера говорил, на вашем пристояли, что мы попробуем вот на этой болотинке поохотиться на селезни с подсадной удочкой. Я выбрался, все, поставил, оперативно скрадусь. Время 15 минут седьмого, я припозднился, пока то все. Где-то, наверное, минут 40, если не больше. Он очень осторожный кавалер такой. То есть он где-то там подальше подсел сперва. То поближе поплывет, потом подальше. Там вот этот вот. Еще что ли где-то, я не понимаю. Остовы деревьев вот эти вот я не вижу. Вон там за коряжник заплыл, за островок, за этот. Утка молчит. Никакого порожняка не дает. Вот сейчас вот все, я его взял. Чисто битая птица, все. Ну, близко тут метров 20, 15 даже. И вот она запела, но работает только исключительно по конкретике. А этот он очень осторожный, он тут там, потом из-за островка переплыл налево, потом куда-то дальше взлетел, облетел ее, видимо, ну, может, хотел забрать с собой, сел опять же куда-то туда, переплыл, несколько раз туда-сюда переплывал, звал ее отсюда, не идет. Ну, и в конце концов он просто вот с правого края уже перелетел конкретно вот на эту лужицу. И был добыт, ребят, с полем. Ну, в общем, так, довольно-таки вяло по охоте сейчас на селезня. Я так понимаю, они еще вот только-только должны утка на гнезда сесть. И тогда свободные кавалеры на наших подсадных семеновских, нижегородских уток. Кстати, материалы касаемо этой породы, а там есть на что посмотреть и что послушать. Мы с Сергеем снимали вот его утки. Замечательные. И подробнейшим образом Серега на все вопросы отвечал. Выкладываю по ссылке в описании. Кому интересно, изучите материал его. Бомбические получились. Если вопросы будут, пишите там же, под тем сюжетом о подсадных утках в комментариях. Место просто изумительное. И погода прекрасная, ребята. Вот ранняя весна, тепло сейчас. Ни ветра нет, ничего не это. Ну, поздновато, конечно. Надо было, может, совсем пораньше. Ну все, конечно, как вылезать, так давай орать. Ох, ребят, красота какая. Ну вот, в принципе, вот такая карта охотничья. Прекрасная охотничья карта. Смотрите, вот прям разливчик такой, болотинка. Коряжник, все как надо. Вот место такое довольно закрытое. Там старая дорога впереди проходит и курочище идет, но... Здесь практически никто не ездит. Вот так прям, в принципе, вот так вот эта вот грунтовка старая, тракторка идет. Зимник. И туда, в сторону урочища. А вот там вот за теми елками, за теми деревцами, вот там мы на Вальшнапе с Олегом и стоим. Вот такое местечко. Все, сейчас пойду забирать, вон он лежит, трофей. Красота и тепло, тепло, ребят.
ты такая дикая, это утка, а? Ну, и что ты скажешь? Ну что, не хочешь в корзину, да? Совсем не хочешь? Ну все, все, ладно, господи. Ой, беда. Ну все, не хочешь в корзину? Ну, еще давай, пощипай. Ну что ты, ну. Ну, ребята, это просто, это невероятная удача. Я не знаю, как так получилось. В общем, у меня подсадная начала работать, и такую погоду. Вот я уже все, я собрался вылезать. Я камеру пришлось убрать, потому что, ну, дождь идет, техника испортится.
Потому что вот погода прям все полностью испортилась. Налетел такой сильный, противный, холодный ветер. Вот, значит, сейчас вот этот ливень пошел. И у меня подсадная наманила червов пару. Самец и самочка. К сожалению, не удалось снять как бы сам выстрел, только звук, наверное. Вот она продолжает общаться. И надо же, эта пара подплывала ровно вот под выстрел, под скрадок, а я уже собирался вылезать. Утка продолжает работать. Ну, погода утиная такая хорошая. Время уже к 11, вообще к обеду идет. Я сижу с 4 утра в скрадке на минуточку. 5 часов я даже больше в скрадке. Весь чай почти выпил. Подсадная орет. Сейчас пойдемте покажу трофей. Ну, заодно и достанем. Это я вот так вот посмотрел. Ну, сливается, конечно. Но вроде четко я самца выцелил. Потому что у самки, у нее весенний окрас другой, а у самцов черочка. У него вот прямо такой яркий. Головка такая с зелененьким. Вот эта зелененькая полосочка у меня вроде бы я увидел. Сейчас вот дойдем до него. Главное тут не навернуться. Аккуратно. Вот так вот. Опа. Вот тут уже глубоковато. Дотянусь. Ну вот, ребята, вот прям по голове, в принципе, стрелял. Ну вот, смотрите, какая красота. Черок добыт. Весенний. Маленький, но очень вкусный и жирный. Ну, вот. Видите, какая голова у него. Весенний окрас. Это самец черка. Вот так вот. Вот ты моя хорошая. Наманила, да? Наманила все-таки черка. Вот так вот. Хоть и не твоей породы, но трофей есть. Молодец. Все по конкретике. Молчала. И вот под конец начала, когда я уже собрался выходить, все. Начала орать, работать во все горло. Вот так вот. Погода, конечно, ну, не все коту масленица, ребят. Жара такая стояла. Вот. Это ты хочешь сказать, ты сейчас мне еще селезня посадишь, да, крикового? Вот так, да? Аж вот так прямо. Молодец. Ну, классно. Трофей есть. И это уже закрытие для меня сезона. По подсадным, конечно, сезон еще продолжается. Но общий сезон с боровой вместе закрывается сегодня. Поэтому я так думаю, что все на этом. Ну, посмотрите, что творится, да, ребята. Просто заволокло. Просто вот все вот так вот. Скрадок. Промок, все нормально. Вот. Ну, пишите, если первый раз я вот его взял, использую. Вроде все отлично, уже и под дождем в нем сидел. Ну и никакой маскировки дополнительной, ничего сюда я не крепил. В общем, если интересно, пишите в комментариях, расскажу подробнее о нем. Что это у нас за конструкция такая? Да, вот, работает. Ну, ребята, вот такая вот охота, в принципе, ну, никакая. Что я могу сказать по сравнению с прошлым сезоном здесь, в этих краях, северо-Новгородчина, Новгородской области, ну, это, конечно, вообще ни о чем. То есть, вот именно попали мы с Олегом, с Серегой, с ребятами в раннюю весну, то есть паводок уже прошел, и вот этот вот такой азарт селезня к нашему приезду, он уже стих. То есть я добыл одного, и после этого у меня я ходил, выходил, разные места пробовал. Бесполезно, ребят. Да, дождь заливает, конечно, камеру, извиняюсь, я протираю, чтобы хоть как-то видно было. Поэтому я сворачиваюсь, на этом у меня охота с подсадной. Вот такая она, как получилась. Я не уезжаю с нулем, уезжаю с трофеем. На этом она заканчивается у меня. Может быть, у вас она только там начинается у кого-то. Поэтому, если где-то севернее еще охотитесь, в том числе и с подсадными утками, ни пуха вам, ни пера, ребят. Еще раз извините, что вот сейчас такие условия, вот, природа, ничего не поделать. Приходится объектив протирать.
с полем всех тех, кто добыл трофеи свои желанные. Вот, а показываю вам все, как оно есть. К сожалению, не всегда удается заснять красивые кадры подлета, выстрела и так далее. Но у меня же, знаете, у меня в основном больше природа, любовь к природе. И вот охота, соответственно, вот такая вот получилась. Спасибо, что смотрели. И желаю вам ни пуха, ни пера еще раз. Большущей вам удачи, ребят. И пока увидимся. Увидимся уже в летне-осеннем сезоне. А те, кто не охотники, у меня еще заготовлены интересные материалы. Вот такой вот черочек. Да, сейчас мы тебя доставать будем. Да. Не спеши, сейчас все сделаем. Вот ты моя хорошая. Все-таки под конец ты у меня наманила. Чубарая. Ну, красота.